В Женеве построят новый коллайдер за 25 миллиардов. Подземное сооружение будет в 4 раза больше известного Большого адронного коллайдера и в 10 раз мощнее. В Европе собираются построить еще один адронный коллайдер. Он будет в 4 раза больше и в 10 раз мощнее действующего БАК, сообщает ВВС. Комплекс построят рядом с Большим адронным коллайдером под Женевой. На него планируют потратить 25 миллиардов долларов. Действующий БАК имеет длину 27 километров, новый коллайдер расположится в 100-километровом тоннеле. Future Circular Collider планируют запустить уже в 2050 году. Не все ученые поддерживают настолько дорогой проект. Некоторые предлагают потратить такие деньги на борьбу с глобальным потеплением, а не на поиски субатомных частиц. Ранее сообщалось о том, что в Шанхае с помощью 3D-принтера построили мост. Также корреспондент писал, что росток хлопка на китайском лунном ровере умер. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.